Доброго времени суток. На канале Best ICO обзор проекта BugLab. Очень часто предприятия и частники, имеющие цифровые активы, использующие новые технологии на различных веб-сайтах, начинают укреплять безопасность после взлома системы. Компания чаще всего понимает, что безопасность сильно низкая, но поиски хороших сотрудников в сфере кибербезопасности и их привлечение отнимает достаточно много времени и финансов. Также могут возникать сложности по решению данной проблемы из-за нормативных требований. Существующая сегодня информация, которая хранится в каждой экосистеме, требует определенной защиты, дабы все потребности в этой сфере были покрыты. Рынок кибербезопасности обязан развиваться нелинейно. Как правило, жертвы кибератак не часто стараются афишировать информацию о нападении на них, а борьба с не сильно защищенной информацией очень редко является приоритетом, если необходим срочный выпуск продукции на рынок. Следовательно, получить точную статистику о всех кибератаках сложно, порой даже невозможно. Но ясно только одно. Данная тенденция стремительно набирает обороты, и поэтому уже сегодня некоторые последствия в этой сфере широко знакомы людям. Какие методы борьбы предлагает проект BugLab? Проект BugLab в первую очередь дает возможность каждому клиенту или обратиться к пентестерам, или набрать проверенный коллектив из знаменитой компании. Данный коллектив должен состоять минимум из 5 пентестеров. Проект обладает следующими характеристиками. После общей информации запуска конкурса, который предоставит фирма сообществу, поступает приглашение на участие. Клиенты проекта имеют право самостоятельно подобрать некоторых пентестеров, либо привлечь отличную команду из знаменитой компании, которая занимается кибербезопасностью. Во время проведения закрытого конкурса клиенты могут выбрать несколько пентестеров, учитывая следующие критерии: государство, квалификация и так далее. В общем, информация о проекте в полном объеме предоставлена в белой книге, которая доступна для загрузки. Вот мы видим кнопка. Если остаются вопросы, связанные с членами команды, получаем ответы. ICO продлится до октября. Время подумать есть.